сформулировать все какую-то общую платформу, общую позицию. Можешь их собрать все, чтобы, чтобы можно было понять, что, чего люди хотят. А давайте позовем их. Но они вообще разные. У них там же, вы посмотрели? Да, националисты. Да, там, секундочку. Там в значительной степени представители Яблок, в значительной степени КПРФ, в какой-то степени националистические движения, какие-то, в какой-то степени либеральные. Вот общая-то платформа есть, ее нет. С кем разговаривать? Надо, видимо, разговаривать с каждым по их претензиям, по их проблемам. Но это требует осмысления.